Клубы, представляющие Одесскую область в профессиональной футбольной лиге, продолжают подготовку в весенней части чемпионата в Черноморье с первой лиги, Зарянские Балканы второй. Накануне команды сыграли первый в этом году спарринг, причем сыграли друг с другом. Моряки, которые, напомним, уже попрощались с Владиславом Хамилюком, Андреем Слинкиным и Олегом Кожушко, должны были провести первый тренировочный матч в 2021 году 27 января. Но поединок с Реал Фармой не состоялся. Состоялся из-за снежной бури. Чтобы матч с Балканами не постигла участь несостоявшегося матча с фармацевтами, организаторам пришлось потрудиться. Встречу перенесли в Маяки, поскольку поле базы черноморца в Савиньоне основательно намокло. Арену на берегу Днестра пришлось чистить от снега. Там он таял не так интенсивно, как в областном центре. Причем убирали снег команды совместными усилиями. Черноморец пригнал небольшой трактор, Балканы – трейлер. Поле вышло пригодным для товарищеского матча. Сама игра прошла с преимуществом одесской команды. Счет моряки могли открыть еще в первом, но победный гол был забит все же во втором. На 50-й минуте в воротах Сергея Лукаша отметился потенциальный новичок черноморца Даниил Сухоручко. По ходу игры тренеры команд Сергей Ковалец и Денис Колчин основательно перетасовывали составы, чтобы проверить в деле как можно больше игроков. У «Балкан» впереди матчи против представителей первой и второй украинской лиги, а «Черноморец» уже 3 февраля планирует сыграть с тираспольским «Шерифом».